я считаю, что это нормально. Почему? Как патриот Украины, я считаю, что это абсолютно чуждый символ. И люди даже не знают происхождения этого символа, что он означает. Но для Украины это вообще неприемлемо. У Украины другая история, другие символы. Плохо. Я считаю, что каждый имеет право того, то, что он хочет, чтобы... Ну, демократия же, так чего же запретить? Не знаю. А что это дает, если запретить, не запретить? Чего, что это? Запрет георгиевской ленточки. Поддерживаете? Нет, не поддерживаю. Почему? Ну, не знаю. Мне кажется, что георгиевские ленточки, ну, они были очень долгое время, и тут попросту их, ну, отменить, это очень глупо. Я бы сама бы ее сейчас бы носила, но я боюсь, что мне где-то отобьют голову, поэтому я ее тоже не ношу уже из-за этого запрета. Смысла нет никакого запрещать. Но если большинство людей поддерживает такое, чтобы сейчас, как говорят, они стали маски носить, ну пусть носят, какая разница. Мне лично все равно, кто что носит. Мне не поддерживают. Нормальные вещи, в принципе. Что есть? Ну почему, вот по вашему мнению? Ну потому что это история, это надо помнить и чтить всегда. Все, это мое мнение. Я не поддерживаю запрет на это, потому что считаю, что георгиевская ленточка – это как дань памяти тому, как воевали наши деды, прадеды. Поэтому запрещать то, что уже много лет поддерживается, и для, особенно для ветеранов, это, я считаю, вся их жизнь. Поэтому я считаю, это нецелесообразно делать.